נו, הוא קבעתי את מגזין, הוא היה תרוגה סטור, אני לא היה עובד לבית. סטור מנג'ר. מגזין, פיצ'ה את האינץ. ומה אגב? יש לי... יש לי את הראש הסברימני, תמי יש לי כשתו מונה את התורתוקת, יש לי נת נד נושניצי, ועוד פעם סודל היצא, היא פתאום משלון את הנד הנפולקה, היא פתאום נדה שלו את הגודי לשלון הפרבי, נהפולקה, היא נהייתה מוצנה, אני נדבסת איתה מיליליטר, לא נצ'יטיריס את המיליליטר, יודע? דרוג, פרבי מויוקו בזון, מישה, סלושה, יבישו, נש קונקורנט, צנת הקאיה, פג'לסטה, מינייתי צנה אדמי, איזה פרצנט מישה. אוקיי, so, זה נאי זמינית. שתו זנאצ'י. טוב, תיכתב. בוא, תראה, זה נאי זמינית. אין, שתו זנאצ'י, זה נאי זמינית. את הקגדבו, נתנה את האוג'ן הסייט. למוי מוזן. פניין שתו את הבקשה בזמוז'נה. תם, סבץ את סיכון. דלת הזמינה נצנה נתבר. בוא, את הבלשי, אגום נזמינה פור אוף לייט, אונליין. יהיה את השתו הזנצ'יית. את הזנצ'יית שתו מבוי סיגנל, נזנש פקופטים. כגדה מווידים, ליעבודו פעט הראש של הסקרה, דוגוי סיגנל, כגדה מסלישים, שתאונס צנה, ויש את שם וקלקורנטח, נשרד וסמיזיין, ליעבודו פעט הדברית. דה, מושנה, אומנה את זכותת את FPI קנופקה, ועוד מינימום רס צ'אס, כשאילן יתקע קנופקוטי, יא רס צ'אס, נג'ימה יו FPI, שרז וביז'ו, דו, את הסיכון דן, סקולקה פרדש סיבודי, סקולקה נוטות שסמי דן, הפסלנדי דן, וני דלי, קשני דן, סקולקה בילי, אישו יס פלן, דובוי סיכון, יבוא תמי ז'יזני, אני בוטק. תוז'ה אובדום, סקוי לי למינה סובינה, שקרן אבוס מוי אייפד, נותם נס פיאט, נותם תוז'ה רפרש, כמו שמדלה, נעד הבניין שלו בופליים, לא כסלנו שידן, פתאום יפבד איסית שמגזין לך קשני דן, צ'יטיריס תפיצות נ за гружати скадскадат система и во тока один раз 24 часа мерчендайзинг без граница вот шампун когда в магазин ты должен решить ты делаешь исследование это исследование тебе говорят покупатели что есть такие что ты должен решить или показывать только все Procter Garnier Pantene Garnier Redden Shoulders по бренд показывать или все шампун вместе все кондиционеры вместе и два один вместе, да? Делаешь исследование, 60% покупателей хотят видеть таких, делают принято решение 40% вот так, ну окей, будем делать для 60%, будет два шампун, кондиционер и два один. Вдруг нажимай кнопка, сортировай как хочешь, вот вообще вот эта вся практика из офлайн, они изменяются. Каждый покупатель его промо, его рекомендация, его предложение. Магазин мы показываем для новых покупателей и для текущих покупателей мы показываем озон.ру по-другому. Мечта, что вообще для каждого покупателя будет, если ты покупатель большинство косметика, вкус дизайн озон.ру будет косметический дизайн. Если твой спас жизни спорт, пусть будет спортивный дизайн, да? К этому мы еще придем. Но каждый покупатель ты можешь показывать другой и вообще беда. Да. А цену показываете одну и ту же? Одну. Цена одна для всех покупателей. Почему? Потому что мы честны. Буду про это рассказывать еще потом. Я даже не могу представлять, как могу иметь с тобой хорошие отношения, когда для тебя даю цена 1000 рублей, для другой коллег даю 900, когда ты слышишь, что я для вас даю 900 и тебе 1000, вот я хочу с вами иметь отношения с тем и до вот лав, что будет в конец там. Да? А если в разных регионах? Что? А если в разных регионах? То же самое. Мы верим, что цена должна быть одинаковая для каждого покупателя. По цена будем иметь сессию отдельно. По цена в образовании, пожалуйста, если будет вопрос по ценам, будет так. AB-тест вообще тоже мечта, любой решенный бизнес. Есть идея, разделяем покупателей там, неважно, для 2, для 3, для 10 сегментов, делаем тест для каждого что-то по-другому через максимум 2 дня. Это когда-то тоже через 2 часа уже можно понять, какое решение дает больше продаж, больше прибыль, больше позитивных комментариев, больше conversion rate и так дальше. Представили себе уже тысячи магазинах, строить магазинах по-другому, и потом там это вот вообще другой
двигаются, эта тема намного больше быстрее, намного больше динамичнее, намного больше гибкий, да? Намного больше современный. И вот этот онлайн между нами. Хочу я забил одна комментария. Все, что я здесь рассказываю, например, по регионах, да? Это, конечно, моя мнение. Это вот и нету правильно, неправильно вообще. Не в бизнес и не в жизни. Это моя личная мнение. Каждый должен потом вот, потому что мог. Да, может быть кто-то другой, а вообще кто-то не по оппозиту. Да, вот вы слышите сейчас мои мнения. Так, все инструменты устанет, да, так все вот, вот в общем, все инструменты, это ассортимент, цена, там, логистика, упаковка, efficiency, склад, да, лояльность программа, вид магазин. Вот все, что я учился офлайн, мне очень помогло уже иметь успех в озон.ру, это только другой стиль жизни. Но вот это все отношения с покупателем. Вот это отношения по ассортимент, по цена, по сервис, по качеству и так дальше. Location. Забудите по location, да, вот место расположения магазин, это один из ключевых факторов для офлайн, 30% покупателей в neighborhood store, в соседний магазин, 30% вообще не важно, там будет чисто или помойка, будет ассортимент такой или другой, цена выше или ниже, 30% они будут заходить в этот магазин и за место расположения. Остальные 70 это уже борьба. И вот остальные 70 это уже вот, конкуренция. Вот нам понятно, вот этот место расположения это уже вообще не имеет никакого значения. Нам сравнивают в секундах с наш другой 43 тысяч конкурентов. Вот в любой секунд можете понять, ассортимент есть у нас еще где, цена какая у нас и у других, вот место расположения, we forget about it. Любые изменения я уже сказал, там часами максимум два, я не помню пример больше, чем два дня, когда надо решение, делаешь вот этот эксперимент и знаешь. Сразу знаешь, какой фонд, какой цвет, какой размер, надо давать скидка 300, 400 или 500 рублей. Делаем тест ABC, даем скидка 300, 400 и 500, и видим, что все сегменты реагировали одинаково. Понимаем, можно инвестировать 300, и отношения здоровы. И не надо инвестировать больше, чем 300, почему? Потому что для покупателей уже 300 это такой хороший, например, уровень. Такие примеры. Каждый секунд, если сайт зависит, да, зависит. Каждый секунд, если сайт стоит on hold, зависит. Если там что-то не работает, сразу потеряем продаж. Вот я даже не думал, что такого в жизни есть, что если там, ну что, 2 секунд, там что-то надо ждать, на этот 2 секунд уже покупатель идет на другой магазин смотреть. Да, вот это вот онлайн-бизнес, и как важно вот эта стабильность и быстрота, бефас, так сказать, да? Так, это Кира. Кира, кто-то знает Кира? Да? Даже лично, да? Привет. Кира это бывший коллег, да? Моя бывший коллег. Да, Кира бывший коллег. Я когда пришел и спрашивал у Кира, Кира, ты покупаешь одежду онлайн, и она вот от этого мне сказала. А что, я буду заходить в магазин и мерить в этот, как это, в этот, кабинку, там в этот примерочная, там 2 метра, филинебарный спорт, я там должна мерить. Я хочу поскорее придет домой, и Кира покупает много одежды. Может, сон рассказывает, что я сказал, не буду говорить это. У Ярилайна. И она вот
говорит, я хочу курьер, пусть приедет ко мне, я буду мерить моя комната с моих аксессуаров, что я хочу, беру, что я не хочу, не беру. И вот так я живу. Это Кира. Это уже Йоав, мой сын, 13 лет. У него есть две страхи в жизни. Один – это турбин кар, вот он в машине не может. Он это для него это вообще это такой стресс. Вот ехать на машине, там больше, чем 20 минут. Второй – это в магазинах. Там что-то мерит. Вот. И вдруг я вижу, что его жизнь уже, он покупает. Или если это аксессуар там, для его там, телефон, или кроссовки, это самый такой хороший пример. Его опыт жизни, он уже такой, он один минут выбирает, один минут, не больше. Вот он точка У выбирает, какие кроссовки хочет. Еще один минут торгует со мной, можно нажимать кнопку order, заказать или нет. Вот 2 минут процесс, все, еще я ему говорю, когда курьер придет, он еще мерит 1 минут, и это его 3 минут процесс жизни до кроссовки, он уже в его жизни никогда не будет купить кроссовки в магазин. Я он уже после там, 3 раза, что я помню, вот все, потому что много сейчас кроссовки очень быстро, и вот все у него в жизни, я понимаю, что вот поколений, вот это только вопрос один или два или три, что уже вот этот онлайн, this is the way of life. Вот я это понимаю, не к этому приду. Да, пожалуйста. Дени, а какой средний возраст покупателя Озон онлайн? Самый большой сегмент, да. Сегмент самый большой это 25-35. 25. Да, это самый большой, но как-то удивительно, есть из целей спектру, как сказать. Я когда сижу в колл-центр у нас и слышу покупателей, там я вижу вот и бабушки, и понятно, что тоже они больше звонят, может быть, в колл-центр, но покупатели из целей спектру, самый большой сегмент 25-35. Личный, мы уже, семья, живем, все, что не кушаем, покупаем онлайн. А вот, почему я? Что? А почему еду не покупаешь? Все, что не... А, почему еду, буду объяснить. Но все, что не кушаем, покупаем онлайн. На 15 месяцев я проверял сегодня, раньше, чем я с вами общаюсь, 143 заказа. Это наш заказ. Здесь несколько примеров. Но все покупаем онлайн. Почему не еда? Потому что... Как-то вот пофреш, я так думал, когда работал в Dixi, когда я не пил еще онлайн, вот все, что касается скоропортный товар, я не верю, вот я буду один слайд по это показывал, я честно верю, что все будет купить онлайн, особенно в России, страна вот для онлайн, так подходит и за география, и за инфраструктура, и за погода. Я уверен, что онлайн это будущее страна. Я тоже уверен, что соседний магазин это тоже и текущий и будущее страна, потому что с Каракотин я знаю уже, какой челлендж это для Dixi, Питорочка, Магнит на 1000 магазинах иметь молоко, свежая рыба, свежее мясо, фрукты, овощи, и что они будут по качеству и срок годности, как они должны быть для покупателей. Я знаю этот челлендж, и это еще далеко, они все еще далеко из хорошей или высокой execution по этой теме. Я не говорю по метро, когда там примерно 70 магазинов, и не там 2000 или 10 тысяч. А сейчас, когда я представляю, что это имеется в виду, доставить вот этот скоропортный товар, для миллион покупателей отдельно, с инфраструктура, cold supply chain, как сказать, да, вот это. Вот я не верю, что это будет на ближайшее время. Еда потихоньку покупаем в озон.ру.
Вот имею в виду кофе уже, чай. Это уже для собак, она шкель, она только кушает из-за зонточка руку. Но в скалоколотный товар я верю, что это будет когда-то. Но это вот последний, вот этот пути, будет один слайд тоже по этой теме, но уже сказал. Это вот моя логика. Мы строим жизни, в которой каждый будет покупать по-русски все, что нужно, выгодно, удобно, онлайн. Это что мы делаем в нашей жизни. Это вот 3000 сегодня сотрудники в озон.ру, это в чем мы занимаемся. Мы строим жизнь, в которой каждый будет покупать по-русски все, что нужно, выгодно, удобно, онлайн. Каждый слова здесь, она очень важная, каждый слова здесь решает все наш любой решение в наш бизнес. И это наш вот, this is the reason of life, когда мы находимся в озон.ру. Вот это наш цель жизни сезон.ру, это что мы строим, пожалуйста. Да. А по поводу выгоды, да. Что? По поводу выгоды, сейчас в интернете легко найти, там буквально за 2 минуты цены ниже. Как да, вот, я по выгодно буду отдельно несколько минут говорить, окей, что очень скоро. А вы ошибались при покупках? Если я что? Ошибались при покупках на озоне. Если делали ошибки когда-то? Ну, вы, нет, вот вы... Что-то купили невыгодно, не то, что нужно на озоне как-то покупать. Я, когда покупаю, что нужно для меня. Нет, вы не ошибаетесь. Если невыгодно, у меня такая удовольствие в жизни, я изменяю цена. Окей? Okay? И буду по это сказать. Вы будете тоже это скоро делать после нашей сессии. Но когда-то ошибался, я когда-то не смотрел размер, купил полотенце, и вдруг полотенце было не тот размер, что я думал, я делал ошибку. Я не смотрел размер, когда купил. Вот, если это был вопрос, вот ответ он по-честному такой. Это для чего мы живем. Озон.ру, это что мы строим. Любой решенный бизнес идет из этого. Давайте посмотрим две ролики. Кто видел этот ролик? Так, здорово, люди теперь убиваются. Алло, девушка, мы нашли вашего молодца. Ой, как здорово! Достаньте, пожалуйста, завтра с 9 до 2. И захватите еще 5 мопсов. Других цветов. Выберем самого красивого. И включите в заказ подачу на ордер прогулок. Праздники не скоро. К удобному быстро привыкаешь. Озон.ру. Выбирайте. Видели? Хорошо. И еще один ролик. Бит больше популярный для женщины. Буду показывать. Чья собачка? Че? Нам агентство будет без собаки. Не моя. Ульги! Чего? Дайте мыло! Ты какое? Все же майли! Все равно утренние носы! А еще скраб с маслом гриппе! И халат не забудьте! И давайте побыстрее! Мне же еще контейнеры выбирать! К выбору быстро привыкаешь. Озон.ру. Выбирайте! Так это жизнь, что мы строим, это сложно. А сейчас про стратегию. Вот наша стратегия, вот она здесь, она очень простая. Наша стратегия это 5, вот 1, 2, 3, 4, 5. Это наш 5 ключевые обещания. Вот когда строили стратегию, это примерно год назад, строили эту стратегию для Озон.ру. И вот this is it. Очень просто, какой там что-то сложно. Все бизнес решается из этого. Любой вопрос, что coming in the business, из этого является. Хочу еще одно слово, почему это важно и почему это важно. Вот для любой бизнес, для любая компания, для любые отношения, надо понять, кто вы, что вы. What is your role in this life? Без этого не получится. Еще раз, это моя мнение, это мой опыт. Без этого, если каждый коллега в бизнес не знает, почему и для чего мы делаем, что мы делаем, и не понимает его роль
в этой жизни не получится. Все должен начинаться изнутри бизнеса. Все, что не можешь внутри бизнеса, иметь доверие с коллегами, иметь понимание с коллегами, никогда не будешь иметь это доверие с твоих партнеров, покупателей. По стратегии. Первое, все, что нужно. Озон.ру в наше отношение должен все, что нужно купить онлайн, мы должны иметь в озон.ру. А как вы определяете, что нужно? Как определяете, что нужно? Очень просто. Покупатель сказал, мне нужно, нам это надо иметь. Да, вот так. То есть вы делаете опрос. Мы имеем сегодняшнего дня чуть-чуть больше, чем 4 миллиона товаров на сайте. И каждый день, вот есть у нас профессиональные специалисты, коммерческий департамент, спорт,